Здание парламента Венгрии – символ венгерской государственности. Этот величественный дворец был построен во знаменование тысячелетней годовщины обретения венграми родины и символизирует собой единство венгерского народа. Строительство здания парламента также стало насущной необходимостью после объединения в 1873 году трех разрозненных прежде городов – Буды, Пешта и Абуды в единый город Будапешт. Решение о его возведении было принято в 1880 году, когда страна готовилась отмечать в 1896 году тысячный юбилей своей государственности. Большой поклонник неоготики архитектор Имре Штейндль, частично вдохновившись видами Вестминстерского дворца в Лондоне, возвел на берегу Дуная, между Цепным мостом и мостом Маргарет, грандиозное здание, и по сей день остающееся самым большим в Венгрии. Парламент вытянулся вдоль набережной на 268 метров. Уникальный дизайн внутренних интерьеров можно увидеть, обойдя 12,5 километров коридоров и заглянув в 691 комнату. Купол здания парламента поднимается на высоту 96 метров. Наравне с другим символом Будапешта, базиликой святого Иштвана, это самое высокое строение в городе. Фасад символа независимости венгерской нации украшен белыми неоготическими башнями и арками, статуями выдающихся монархов и полководцев. Парламент знаменит еще и тем, что внутри него, под куполом, хранится священная реликвия, корона святого Иштвана, первого короля венгерского королевства, вместе со скипетром, мечом и державой. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.